Все проблемы, связанные с соблюдением прав детей в Волгоградской области, Павел Астахов обсудил с губернатором и представителями правоохранительных органов. Эта встреча проходила в закрытом от прессы режиме. Ее итоги уполномоченный по правам ребенка при президенте России подвел чуть позже на специальном брифинге для журналистов. Что касается Волгограда, конечно, сюда нас привело прежде всего тревожное положение дел с жильем детей-сирот. Все были свидетелями того, что произошло. И то, что сегодня это стало предметом обсуждения, и не только обсуждения, но и внимания правоохранительных органов, это закономерное, законное решение. Мало того, я сегодня на совещании и на встрече с губернатором и лично обратился к прокурору, представителю Следственного комитета и председателю суда областного для того, чтобы они взяли под личный контроль расследование этих обстоятельств, для того, чтобы они приняли законные решения в отношении и этой ситуации, и лиц, которые допустили такое положение вещей. Я думаю, по результатам этой экспертизы, круг лиц, которые подлежат привлечению к уголовной ответственности, серьезно расширится.